заезжаем в магазин. Тоже не что в магазин, за пивом едем на тракторе. Сяду я на трактор и укачу в село. Эх, поселом. Руль-то можно подержать? Поехали. А чуть-чуть газку добавить-то можно, нет? Поехали по селам. Мы с гармошкой. Сейчас налево или направо? Направо. Правильно я поворачиваю? Да. Ничего, что по таким уклонам-то, да? Нормально? Еще поворачиваем, 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 поехали. Смотришь, как я руль держу. Давай, вот, руль держу, поворачиваю. Поворачиваю, поворачиваю, еще поворачиваю. О, поехали по селам мы с гармошкой. Девок завлекать, эх, по селам. Поехали по селам. На вторую скорость поехали. Зуем. О, мы с гармошкой девок завлекать. Меня снимай. Шипач едет на тракторе по русской деревне, друзья мои. На второй скорости. Меня-то сними, покажи, что это я еду. Я за рулем трактора еду. Достаточно. Сейчас по кочкам поедем. И видно, что там мы едем, да? Я руль держу. Аккуратненько, вот, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Объезжаем. Мы вели машины, объезжая мины. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла. Эх, будь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Ровнее, ровнее надо держать. Ровнее, ровнее. Ладно, друзья мои, до встречи. Всем фанатам интернета привет. И песню Игоря Растеряева. Комбайнеры, выпил CH2H. Сел на Ниву, Роселемаш. А я бы сяду на трактор, настоящий русский трактор. И покатаю вас сейчас, друзья мои, вот как это делается. Едем в деревню, Рукавец. Все. До связи в онлайн-трансляции.